Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Закончился тестовый период работы муниципального центра управления регионом. Нам удается гораздо качественнее вести диалог с жителями, показывая то, что мы заботимся, мы знаем проблему. В Купеленке появился офис врача общей практики. Он рассчитан на работу с 8 утра до 8 вечера. Оркестру русских народных инструментов под управлением Владимира Глейхмана исполнилось 70 лет. Муниципальный центр управления регионом начал функционировать в рабочем режиме. Задача учреждения – организовать более оперативную реакцию различных муниципальных служб на жалобы и обращения граждан. Побывали на официальном открытии центра и проверили его работоспособность глава Ленинского района Валерий Венцель и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Максима Козлова. В тестовом режиме Центр управления регионом начал работать в начале месяца. 16 декабря его посетили специалисты областного ЦУРа и дали положительные заключения о работе учреждения. Руководитель центра Наталья Зиберева проводит экскурсию для главы района, его заместителей, руководителей муниципальных служб и активных граждан, которые изъявили желание увидеть все своими глазами. Сотрудники управления ЖКХ здесь у нас, которые занимаются аналитикой, знают территорию, знают основные проблемы, знают, как с этим справиться, знают, куда обратиться, мониторят, держат каждую группу на пульсе, проверяют все красные зоны. Общая площадь здания чуть больше 300 метров. Штат предусматривает 26 человек. Центр управления регионом – это аналитический центр, куда стекается вся информация по городскому округу, консолидируется и распределяется по направлениям. Сейчас работа ведется по четырем направлениям. Это медицина, дороги, ЖКХ и энергетика, и образование. Но Центр управления регионом имеет своеобразный запас рабочих мест. Скоро здесь появятся такие направления, как строительство, культура и молодежная политика. Уже за время тестового периода, когда проверялись и настраивались все системы аналитики, а также выстраивались взаимоотношения с исполнителями заявок граждан, сотрудники центра смогли достичь положительных результатов. Мы сокращаем сроки предоставления ответов на данные обращения. То есть 8 рабочих дней, допустим, в том же самом Доброделе. Сейчас мы их сокращаем, пытаемся отвечать заявителям максимум в течение трех суток, обрабатывать эти обращения. Также мы видим, что основные показатели тех вот обращений, которые заявители отмечают как нерешенные, как мы снизили этот показатель, то есть мы более активно осуществляем взаимодействие с нашими подрядными организациями, с нашими сотрудниками органов самоуправления, которые отрабатывают эти обращения. И данный показатель мы улучшаем с каждым разом. За последнюю неделю было получено более 300 обращений граждан. Традиционно самая проблемная отрасль – жилищно-коммунальное хозяйство. Именно в этом направлении поступает большинство сигналов от жителей. Начинается утро у людей, у них нет горячей воды, действительно, это проблема. Человек вышел на улицу, увидел невывезенный мусор, проблема. Человек дошел до остановки, увидел, что не убран снег. Конечно, у нас больше всего задач в этой области, давайте так выражаться. После небольшой экскурсии по муниципальному центру управления регионом в конференц-зале, кстати говоря, единственном отдельном помещении в здании, состоялось совещание с участием руководителей различных служб муниципалитета. На нем Валерий Венцель заслушал отчет о результатах работы центра в период тестирования. Показываем жителям, что мы ставим на контроль, мы помним об этом, и мы показываем человеку, что его, скажем так, его проблема, его обращение, оно для нас важно. Если обращение было в начале года, мы говорим, что оно, дорога будет построена в ноябре-декабре, мы обратно возвращаемся, правильно? Конечно, к этому. Конечно, мы возвращаемся. И каким образом тогда идет информирование жителей? По данной проблеме. По данной проблеме у нас подходит срок обращения. Мы еще раз прорабатываем данный вопрос, выясняем, если, возможно, мы даем раньше ответ заявителю, если, возможно, мы решили эту проблему раньше, мы стараемся не затягивать с этим. Да? Если мы понимаем, что ввиду каких-то обстоятельств, наложились какие-то обстоятельства, мы не можем решить, мы человеку подробно разъясняем, рассказываем ему алгоритм решения данной проблемы, что мы сделали по данной проблеме, допустим, на другой территории, рассказываем, какие у нас предпринятые шаги, мы рассказываем человеку полный алгоритм, чтобы он понимал, что мы делаем в данной ситуации. То есть мы полностью открыты. Сообщить о какой-либо проблеме и узнать сроки ее решения граждане смогут различными путями. От сообщения на портал Добродел или в единую диспетчерскую службу до комментариев в социальных сетях.
Нам удается гораздо качественнее вести диалог с жителями, показывая о том, что мы заботимся, мы знаем проблему, мы понимаем, как эту проблему можно решить. Мы гораздо оперативнее стали эти вопросы решать и сейчас уже работаем над тем, чтобы не допускать. Тем самым мы все-таки хотим реализовать в полном объеме вот именно девиз Центра управления региона: «Все знаем, быстро решаем и не допускаем». Центр управления регионов – часть масштабного проекта губернатора и правительства Московской области, который уже реализуется в других муниципалитетах Подмосковья. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В микрорайоне Купеленко по адресу Северный квартал, дом 24, открылась новая амбулатория. Теперь местные жители смогут не только без очереди попасть к врачу общей практики и педиатру, но и пройти базовое обследование в шаговой доступности. На торжественном открытии амбулатории побывала и наша съемочная группа. Ее открытие жители Купеленки ждали давно. Застройщик в рамках инвестиционного контракта должен был построить амбулаторию на 100 посещений в смену и обязательства свои выполнил. Новый медицинский пункт, оборудованный по последнему слову техники, открылся здесь, в Северном квартале 24, прямо напротив общеобразовательной школы. Здесь представлено, такой широкий спектр услуг, потому что это все-таки мини-поликлиника. Здесь будут располагаться и принимать специалисты, такие как терапевт, педиатр. Здесь есть возможность пройти обследование, УЗИ. Я хочу всех поблагодарить, кто участвовал в этом, нашими общими усилиями, наших жителей, администрации, застройщика, руководства Видновской клинической районной больницы. Вот как раз результатом этой общей работы стал кабинет врачебной практики. После передачи символического ключа от амбулатории и торжественного разрезания ленточки глава муниципалитета и главный врач ВРКБ лично проверили, все ли готово для приема пациентов. Установили здесь гинекологическое кресло для того, чтобы гинеколог, все-таки жилой комплекс молодой, он подразумевает много молодых жителей, в том числе и женщин, которым будет необходимо вот такое исследование с забором всех анализов необходимых. В просторной амбулатории площадью более 140 квадратных метров нашлось место для кабинета врача общей практики, кабинета УЗИ, смотровой, процедурной и прививочной. Все оборудование готово к работе. Записаться на прием можно уже сейчас. Он рассчитан на работу с 8 утра до 8 вечера. Здесь в основном будут принимать врачи общей практики, которые являются специалистами в разных направлениях. Это и как офтальмолог, и как хирург, и как гинеколог. То есть вот будет такой многопрофильный прием. Также в амбулатории можно будет сдать базовые анализы, сделать УЗИ и плановые прививки. Важное, о чем мы сегодня говорим, о чем мы говорили и с нашим главным врачом, чтобы была возможность сюда направлять еще узких специалистов для того, чтобы они здесь могли проводить обследование и предоставлять медицинские услуги населению, которое проживает в этом микрорайоне. Также медики из амбулатории будут обслуживать жителей Купеленки и на дому, что позволит существенно сократить время ожидания врача. Микрорайон в последнее время сильно разросся. Сейчас здесь проживает около 4500 жителей. И многим просто некогда или неудобно ехать за медицинской помощью в головную поликлинику. Вот нам, я знаю, соседка на четвертом этаже, у нее с ногами очень тяжело. Поликлинику она туда уже не дойдет, тяжело. Спустилась, что-нибудь ее подлечили. Ну, рядом тоже вот пожилая женщина. Молодежь там, может, не очень будет обращаться, а так вот. То есть здорово очень. Я акушерка по диплому, и еще и медсестрой работала участковой много лет. Поэтому я хочу попытаться устроиться сюда еще и на работу. Вот. Ну и, конечно, сами тоже уже прощаться будем, потому что возраст, там где-то давление измерить. Конечно, для всех это хорошо. В скором времени новые медицинские учреждения появятся и в других новых микрорайонах. Уже в 2020 году откроют свои двери поликлиники в Зеленых аллеях и Дрожино. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В городском поселении Горки-Ленинске отметили юбилей Петровской начальной школы, которой исполнилось 65 лет. Наша съемочная группа побывала на праздничном мероприятии, которое состоялось в Доме культуры поселка Петровская.
Петровская начальная школа – одна из старейших в Ленинском городском округе. Много лет в ней обучались дети военных, проходивших службу в местной воинской части. А сегодня образовательное учреждение, отметившее 65-летний юбилей, посещают в том числе ребята из Видного и Горок Ленинских. А все потому, что здесь созданы отличные условия и домашняя атмосфера. Отремонтированы здания, построены площадки спортивные, игровые. То есть мы развиваемся, растем, несмотря на свой возраст. Все классы оборудованы современными мультимедийными проекторами, доски интерактивные. Для ребят сделано очень много. Два мобильных компьютерных класса, несмотря на то, что у нас всего 4 класса. Школа развивается и растет, идет в ногу со временем. Сейчас в учреждении обучаются 128 детей. Несколько лет назад появилось дошкольное отделение. В зале Дома культуры поселка Петровская собрались представители администрации, учителя, ветераны образования и родители учеников. Замечательная школа, домашняя обстановка, хороший коллектив. Все очень доброжелательно, как дома. Более 35 лет в Петровской школе отработала Надежда Федоровна Тищенкова, 28 из которых директором. Я вот сейчас побыла, я немножко побыла в школе, я вообще не узнала ее. Она очень похорошела. По сравнению с тем, что когда я была, и когда как сейчас она стала, ну вообще не узнать. Замечательно. Я прямо горда ею. Со сцены с праздником всех поздравила глава городского поселения Горки Ленинские Наталья Камалихина. С Петровской школой ее связывают давние дружеские отношения. Я, конечно же, в первый класс привела и своего ребенка. И я думаю, что так же, как и мама, и педагоги, и родители все понимают, что вот когда маленькая такая сельская, уютная, практически семейная школа, она дает такой комфорт для всех ребяток. Ребятки, вам нравится учиться в Петровской школе? Молодцы! От главы Ленинского района Валерия Венцеля она передала школе подарочный сертификат на улучшение материально-технической базы. За успехи в обучении подрастающего поколения памятными медалями и грамотами наградили лучших преподавателей. В праздничном концерте принимали участие воспитанники начальной школы и сотрудники досугового центра «Юность». Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Прочувствовать музыку русской души смогли гости, пришедшие поздравить оркестр русских народных инструментов с юбилеем. А их было так много, что актовый зал районного центра культуры и досуга с трудом вместил всех желающих. Александра Столярова побывала на юбилейном концерте. У входа в актовый зал районного дома культуры шумно. Оркестр русских народных инструментов принимает поздравления. Ему исполнилось 70 лет. На юбилей пришло много гостей. В зале аншлаг. Они приходят всегда на наши концерты. И у нас идет такое обоюдное. Мы отдаем, они принимают и возвращают нам опять. Тоже мы с настроением. Настроение сразу поднимается. Перед началом выступления зрителям был показан фильм, рассказывающий о многолетней истории оркестра. Затем со сцены прозвучали поздравления от администрации и друзей коллектива. Оркестр называют визитной карточкой района. И это не преувеличение. Гости приветствовали руководителя и дирижера оркестра стоя. «Край березовый» – очень чувственная композиция, которую любят зрители. Она не только прочно утвердилась в репертуаре оркестра, но и затронула сердца молодых исполнителей. В ней сошлись вот грусть, печаль, напевность, мелодичность вот этой бесконечной русской души. За 70 лет участниками оркестра были сотни музыкантов Видного. Кто-то продолжил свой творческий путь в других коллективах, но каждый душой и сердцем всегда здесь. Галина Желенкова не исключение. Она играла в оркестре на альтовой домре на протяжении 10 лет. Ну, это семья, это дружная семья, и здесь замечательный руководитель Владимир Давыдович, просто вот низкий поклон ему за то, что он делает. И такой коллектив, ну, не профессиональный коллектив, играет как профессионал. Композиции, исполняемые оркестром, глубоко проникновенны. Благодаря кропотливой работе главного дирижера Владимира Глихмана, музыка, исполняемая на концертах, трогает за душу каждого. Глава городского поселения Видное Моисей Шумаилов поздравил оркестр с солидной датой и отметил, что в этом году празднуется не один юбилей. 90 лет району, 70 лет оркестру,
50 лет, как руководит оркестром Глейхман Владимир Давыдович. И все аплодисменты, конечно, сегодня ему. Поздравить с круглой датой приготовился и другой юбиляр Дома культуры – хор «Русская песня россияночка». Михаил Никитин, аккомпаниатор хора, поделился, что играл в оркестре и благодарен ему за бесценный опыт. Я еще в детстве пришел туда и там играл, вот, и много чего почерпнул в плане профессионализма. В день юбилея оркестра народных инструментов все смогли услышать музыку русской души. Конечно, все это стало возможным благодаря большому таланту музыкантов и дирижера. Татьяна Брулова, Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. На сегодня новостей больше нет. Желаю вам всего доброго и до свидания.